сказать, здесь дорога. Хлам убитая. Там дальше, короче, тянут эту федералку. Ну, эту трассу М12. Ну, сейчас тут будем, короче, пробираться. И вот эту хрень всю. Машину-то, бля, жалко. Ладно, на второй передаче. Кое-как с горя пополам. Проедемся. Может, по земляной дороге-то поехать. Там еще, короче, где пересечение будет. Вот этой трассы. Там эти ездят. Ну, короче, большие грузовики. Там, говорят, дорога вообще вся разбита. Ну, она изначально здесь такая была, еще до строительства этой трассы. Такая дорога. Она по жизни здесь такая. Изначально там где-то с горем пополам что-то сделали. И все, и остановились на этом. Ладно, дальше покажем. Вот здесь вот идет пересечение вот этой трассы. И, короче, после нее там вдалеке, короче, ездят фуры. Не фуры, тягачи. И там вообще будет полный пипец дороги. Мы все раздолбали нахрен. Короче, что-то все делают. Так, потихоньку, понемножку доедем. Здесь так, посыпано какой-то щебенкой мелкой. Песок тут по бокам. Начало участка. В прошлом месяце вот ездили, здесь такой насыпи не было. Даже что-то маленько выровняли. Или мне так кажется. Да, поровнее стал дорога. Погнали! Грузовик. Да, асфальта практически нету. Все с землей сравнялось. Так еще погода сегодня выбрала сухая. Сегодня 13 число у нас, сентябрь месяц, 21 год. А то обещают завтра последний день, как бы во вторник побили это. Потом начнутся дожди, холодная погода. Вот здесь такие вот мазы ездят. Дорога, конечно, да, жесть. Такую грязюку здесь поехать, полная опа будет. Я вот за этой вот Рено Ларгус еду, там более-менее пути выбирает. А тут как бы за ним. Да, тут вообще с землей сравнялось.
знак стоит. Обгон запрещен. Как вот тут обгонять по такой дороге? Напоминаю, едем в Пинецкий район, в Красную Горку и Петряксы. Ладно, потихонечку проберемся на третий, вот пилим. Я бы, конечно, не сказал, конечно, что здесь все критично. Посмотрим, как будет. Дождливую погоду. Ну, короче, здесь дальше показывать нечего. Вон там все ездят по обочине. Наезжено. На обратном пути я там не поеду. Ну, как бы днищем не задеть. Тут вон две клеи сделали, а в середине выбоина. Ну, вся дорога такая будет. По этой стороне ездит, и по этой стороне ездит. Такие вот две клеи. Асфальта уже нет практически. А это вот завод асфальтный. Перед Красной Горкой. Здесь, наверное, будут ляпать асфальт. Вот тут грузовики понаехали. Московские, регион 1 Москва на номерах. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И, походу, он этот щебень везут. Или гравий какой-нибудь, песок. Такое хозяйство здесь. Там будет охрана даже есть. Заляпан 799-7777. Вот такой здесь бардак. Тачек столько вообще. Ладно, поехали. Трякс. Бьем нахрен этот асфальт. Поедем-ка мы по обочине. Короче, да, как бы нищим не задеть. Поэтому выбрались на асфальт. Если можно назвать его асфальтом. Ну, что не есть, но он асфальт. Один чудик прогнался, меня обогнал. Ладно, камеры не было. Охренеть можно как. Короче. Что-то дальше показывать нечего. Ничего нового. Всем пока!